Снимать полезный контент, рассказывать о личной жизни, путешествиях, вкусной еде – все это делают блогеры в интернете. Они вещают на огромную аудиторию, имеют большое влияние на подписчиков и зарабатывают миллионы. Настоящей профессией блогерства считать нельзя, но из-за рамки просто хобби это увлечение вышло уже давно. В Госдуме предложили придать официальный статус этому роду деятельности. Сами авторы контента считают, что уже давно пора. Я считаю, что это очень было бы здорово, если бы признали эту профессию официальной, потому что это действительно очень серьезное направление. Многие это недооценивают, а на самом деле уходит очень большое количество времени и сил, и каких-то своих творческих потенциалов на то, чтобы действительно строить свой блог интересно, и чтобы на тебя хотелось смотреть. Аудитория у блогеров обширная, от мала до велика. Все выбирают разный контент в зависимости от предпочтений. Мнение по поводу узаконивания профессии у людей тоже разное. Понятно, что государство даже лучше, чтобы все официально работали. Конечно. И кому не мешает. Конечно. А так? Ну, наверное, да. Почему бы нет? Мы не против. Чем бы профессия, да, если это будет приносить пользу, почему бы не платить налоги за это? Я думаю, что нет. Почему? Ну, это, я считаю, личный просто интерес какой-то. Поэтому официально нет. Ну, много всяких там новостные и так далее. Вы какие-то полезный контент тоже смотрите? Да. Да. Вы как думаете, нужно эту профессию официально сделать? Да. Почему? Ну, как бы сказать, очень познавательно. Ну и полезно как бы для общества. Да, возможно. Не знаю, ничего по этому поводу сказать не могу. Профессия хорошо отношусь. У экспертов тоже есть мнение на этот счет. Прежде чем признавать профессию блогера официально, необходимо создать законодательную базу, понять, как регулировать авторов абсолютно разного контента. То есть мы имеем дело с индивидуальными увлечениями массы людей. И каким-то образом алгоритмизировать их деятельность нельзя. Можно их упорядочить экономически. Они должны платить налоги. Можно упорядочить их деятельность в рамках закона. То есть они не должны делать того, что не положено по закону. Но, на мой взгляд, сделать профессию из сборной солянки медиа-акторов невозможно в принципе. Вопрос о признании профессии блогера всплывает уже не первый год. Официальный статус позволит авторам контента получать поддержку от государства. Также эта инициатива Госдумы дополняет законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ. Какова судьба профессии, будет известно уже в ближайшем будущем. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.